Как ты думаешь, мог бы ты развить такую скорость, чтобы вслед
посмотрел на него с удивленным сочувствием. Мужчина имел довольно-таки непрезентабельный вид. Чуть больше грязи на одежде и запаха. И бегун принял бы его за бомжа. «Простите, но я очень устал и хочу домой», — снисходительно ответил он мужчине. Тот, в свою очередь, достал из потрёпанного портфеля файл, вытащил из него какой-то документ и протянул бегуну. Скудное освещение фонаря позволило увидеть, что он является физиком и специалистом по левитации. «Меня сократили, мне 63 года, и они нашли молодого специалиста. Это бумажка, почетная грамота за многолетний труд и вклад в развитие в левитацию. Я участвовал в разработках многих летательных аппаратов и знаю об этом все. И наблюдаю за тобой, я понял, что у тебя очень высокие шансы взлететь». В глазах бегуна промелькнула заинтересованность, но через несколько секунд он спустился на землю. «Простите, но мне сейчас не до шуток, и я хочу домой». Было уже поздно, и бегун начал побаиваться этого подозрительного типа и направился в сторону дома. Мужчина быстро заговорил ему вслед. «Недалеко от метро есть лужайка, а от нее тянется очень длинная тропинка. Я неоднократно проверял, она абсолютно беспрепятственна. Если хочешь, приходи завтра в 9. Ты увидишь, я научу тебя летать, поверь мне». «Ну и псих», — подумал бегун, спешно удаляясь прочь. Однако в мозгу замерцал огонек. «А что? А может? Ой, да ладно. Или да?» Бегун пришел в замешательство. Вдруг он и вправду мог бы взлететь. Дойдя до постели, парень свалился в нее замертво, еле успев раздеться. Но уже в 8 утра он был как огурчик. Мысль о возможном полете не покинула его мозг. На дворе было чудесное майское утро. Тропинка, о которой говорил тот человек, была совсем недалеко. И бегун, проглотив легкий завтрак, решил пойти и полюбопытствовать. Мужчина полубомж не обманул и ждал его там. Одет он был уже поприличнее. Джинсы и футболку. «Что я должен делать?» — спросил парень физика. «Просто начинай бежать по тропинке и не останавливайся. Попытайся развить максимально возможную скорость. Если запыхаешься, остановись, возвращайся потом и расскажешь мне. Возможно, получится чуть-чуть подняться от земли». Мужчина похлопал парня по плечу, и тот встал в стойку. Он досчитал до 3, и бегун сорвался с места. С бешеной скоростью он затопал ногами на земле. Почти минуту он бежал, пытаясь ускориться до нереального. Благо тропинка действительно была абсолютно свободная, без единого препятствия. Скорость его бега уже даже не позволяла ему сосчитать удары по земле. В течение доли секунды, а сердце колотилось так, как будто готово было выскочить из груди. Бегун дошел до такого состояния, что остановиться было невозможно. Несмотря на кошмарную усталость, он твердо решил, что должен попробовать взлететь. Внезапно наступил момент, когда его ступни перестали касаться земли. Сердце продолжало опасно барабанить в грудной клетке. Тем не менее, ноги его уже крутились, как пропеллер в воздухе. И бегун почувствовал, что поднимается вверх. Он как будто бы уже знал, что делать. И специально подался всем туловищем и головой вперед. Стало гораздо холоднее. Но он не останавливался, а поднимался медленно наверно, все выше и выше. Парень почувствовал, что поднялся уже на несколько метров. И испугался, захотел пойти на снижение. Но тут к нему подлетели две странные сферы, состоящие из очень мягкого и теплого света. У них не было ни рук, ни ног, но они были очень похожи на ангелов.
Их тепло было настолько приятным и обволакивающим, что бегун уже не мог сопротивляться и позволил этим необычным существам нести его. Теперь уже не надо было бешено крутить ногами, и сердце вроде как успокоилось. Он летел. Существа держали его под руку. Так прекрасно и так сладко бегун еще никогда себя не чувствовал. Он смотрел на землю сверху и улыбался. Интересно, видит ли его тот человек? Впрочем, даже это уже стало не так важно, как и все люди в лесу, машины, деревья и тот белый автомобиль с мигалкой, который куда-то мчался по дороге. Там, внизу, на земле.